Зовут меня Егор. Очень я приятно. Очень беспокоюсь за судьбу своего брата, брата Игоря. Он встретил девушку, будет она с ним, не будет, что у них какие-то отношения непонятные. Помогите, mm-hmm. подскажите, пожалуйста. Mm-hmm. Так, я сейчас настроюсь на вашего Игоря. Так, он такой плотноватый, невысокого роста. Вот, да, и да, такое да. впечатление, я не ошибусь, если он левша. Мне кажется, что он левша, да. он пишет левой рукой, да? Да, точно, угу. да. Но я вам скажу, что человек, который левша, он притягивает все положительное, и к нему тянутся люди. Так вот эта девушка, угу. вот эта девушка, сейчас, наверное, совпадут у нас ваши подозрения и то, что я слышу, моя диагностика аналитическая. Она с ним ради денег. Он довольно успешный. Он такой, да. ну, как говорят, у него энергетика, про таких людей говорят, у него энергетика матери Терезы. То есть он хочет помочь всем. Он себе да, отказывает, всем помогает помочь, всем. Да, да. И вот она это поняла. То есть здесь меркантильные такие, ну, собственно, направления меркантильности. Здесь нету любви. И если бы я даже назвала, вот я говорю иногда в программе, что вот я называю имя. Человека. Вот человек звонит, и я называю имя его второй половинки. Я действительно это делаю, это чистая правда. Но если я сейчас начну называть имена, из 10 я не скажу, почему. Это не его женщина, не его. Поэтому вы не переживайте, я сейчас его очистю, как бы открою ему глаза. Я ему открою Игорю глаза. Для того, чтобы он понял, что это не тот человек. Этот человек просто его обберет, как липку, да еще и подведет. И потом он долго будет выходить с этого состояния. Поэтому да. моя задача, дам и финансово, и, естественно, это и психическая травма. Потому что мужчины очень тяжело, как бы кинет его. Вот, чтобы понятно было, она просто его кинет. Да, да. Поэтому я сейчас сниму с него вот эту пелену, которую она наложила. Кстати, она занимается магией. Она ходила к какой-то женщине, которая вот наложила на него программу, что он ею управляем. То есть это не приворот. Это он подчинен ее воле. Есть тоже такие да, программы. Да, да. Он сам такой, сам не по себе, он с ним непонятно, что творится такое. Как зазомбированный, как зомби, да? Да. Он даже да, вас да, не слушает. Зомби, да. Все, да. все понятно. Все, Егор, теперь мне все понятно. Я сейчас поднимаю его энергетическое поле через вас. Вы с ним в кровном родстве, поэтому вы сейчас будете чувствовать тоже вибрацию. Вибрация идет у вас вот здесь в области груди. Идет? Mm-hmm. Идет, как часики. Так, тук-тук-тук. Есть? Тепло. Тепло такое, пошло. Тепло. Прекрасно. Все. Я сейчас закрепляю ему поле. Он прозреет. Они абсолютно тихо, мирно разойдутся. И он поймет, что это не его женщина. У него будет другая жена. Он будет очень счастлив. У него будет 3 сына. У вас будет 3 племянника. У него очень много мужской энергетики. Но очень, очень добрый. Это все mm-hmm. от вашей мамы. Доброта от вашей мамочки. Вот так. Позвоните еще моему помощнику, свяжитесь, чтобы провести еще ритуал и закрепить вот эту программу. Хорошо, всего доброго. Да, все. Будьте здоровы. Хорошо, большое.